Всем привет! Вы снова на канале sharagames.ru. Когда мы регистрируемся на сайтах, мы не задумываемся о том, что когда-нибудь захотим их покинуть. Но именно в тот момент, когда мы решили удалить страницу, возникают проблемы. Разработчики иногда делают так, что удалить страницу намного сложнее, чем ее создать. В сегодняшнем видео я покажу, как удалить страницу из фотостраны раз и навсегда. Для начала заходим в свой профиль и переходим в меню. Выбираем настройки сайта. Опускаемся вниз и нажимаем «Удалить ее совсем». Выбираем причину удаления. Ну, к примеру, я ни с кем не могла познакомиться в своем городе. Продолжить удаление. Так, удалить страницу. Мы отправили на ваш номер. Хорошо, нажимаем «Хорошо» и переходим в почту. У нас здесь приходит сообщение. Вот. Переходим по ссылке, которая приходит в сообщение на почту. Оставляем комментарий. Нажимаем «Отправить». Вот и все, страница удалена. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.